Экс-глава Минобороны США Марк Эспер подал в суд на Пентагон в связи с запретом публикации части его мемуаров с воспоминаниями о работе в администрации бывшего президента Дональда Трампа. В мае следующего года Эспер планирует презентацию своей книги «Священная клятва», которую он объявил полной и непреукрашенной историей американской нации. Изъятие из книги существенного фрагмента под предлогом секретности Эспер считает ущемлением гражданских прав.